Сегодня врачи районной больницы провели вакцинацию против гриппа в администрации района. Это мероприятие стало важной частью профилактики заболеваний в преддверии осенне-зимнего сезона. Вакцинация прошла с участием главы района, его заместителей, начальников управлений и других специалистов. Прививка против гриппа может значительно снизить риск заражения и распространения вируса, особенно среди уязвимых групп населения. Медработники отметили, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Они призвали всех жителей района не игнорировать возможность привиться, чтобы обеспечить себе и своим близким безопасный зимний период. Мероприятие также стало хорошим примером для других организаций, демонстрируя, что забота о здоровье должна быть приоритетом для всех.